Не бунт, а борьба за свободу. Так Виктор Орбан прокомментировал позицию Будапешта на саммите ЕС, который завершился без совместной декларации по миграционной реформе. Премьер-министр Венгрии выступает против соглашения, одобренного ранее большинством голосов, которое предусматривает обязательное распределение просителей убежища по всему Союзу или выплаты за каждого непринятого переселенца. «Они хотят потребовать от нас построить гетто для мигрантов», заявил Орбан в интервью венгерскому государственному радио. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что европейское законодательство не будет саботироваться. Польша солидарна с Венгрией и также выступает против, цитата, «принудительного приема беженцев». При этом даже в стане ультраконсерваторов дуэт Орбана и Моровецкого стоит особняком. Джорджа Мелони поддержала пакт после того, как Рим добился ряда уступок. По данным Международной организации по миграции, только в этом году в Европу нелегально попали около 88 тысяч человек.